И всем привет, меня Александр Сучков, и в этом видеоролике мы сегодня будем играть в PvP. Командный бой, конечно же, давайте нефтебазу поиграем, или в какую-нибудь другую карту. Давайте какую-нибудь выберем карту, например, любую другую. Например, пусть будет... я даже не знаю, какую карту выбрать, потому что я ни на любой не затащу. Поэтому давайте... Как всегда, вот возьмем вот такую карту. Берем штурмовика. Так. В общем, ребят, дальше. Выбираем штурмовика. Заметьте, вот я забыл вам показать, как у меня скины. Ладно, вот. У меня перчатки сейчас еще доступны, то есть я их не брал. Вот, кстати, да, можно здесь одеть эту штуку. Так, здесь у нас все сделано, все хорошо, все нормально. Так. Так, вот начинается какая-то катка, в общем, где мы будем тащить опять, играть. Да, сегодня, заметьте, сегодня должен был быть видео не про Warface. Но так как у меня было мало времени на сегодняшнее видео, поэтому я решил сделать Warface. Потому что сегодня должен был быть Outlast 2, прохождение первой части, но сегодня как-то не получилось, поэтому... другой день, может быть завтра, может быть еще в другой день, но все это будет, конечно же, ребят. Так что вы не думайте, что я забыл про Outlast 2, все, я типа не буду больше делать видео про это. Нет, я все еще сделаю про это видео. Я как всегда сниму про это, я сниму, да. Про Outlast, про все я сниму, все будет нормально. Так, меня взорвали, походу, уже. Так. Дальше. Окей. Так. Ладно, я готов к тебе. Так, кидай гранату. А, блин. Вот то, что я не люблю в этой хрени, это то, что я играю со штурмовика. Я давно не играл за в этой нефтебазе за снайпера, например. О! Я двоих уже убил. Ни хрена. Я только начал уже двоих. Прикольно. А, ну я не понимаю просто, как играть здесь еще. Потому что я только что играл, как бы, я не знаю, как это назвать, но я играл с друзьями, в общем... Блин, Counter-Strike 1.6, да. Тащил, конечно же, там. Да. Ладно. Сейчас не об этом. Вот поэтому вам причина из-за того, что не вышел сегодня Outlast 2, а вышел этот Warface и на PvP, просто чтобы забить ваш эфир всякой хренью. Так, F5. Что-то интернет лагает, ребят. Нифига, я отлетел. Граната! О, нифига, в новом скине это люди как. О, да. Ну у нее и ранг крутой, как бы. Люда. Чуть не убил, заметьте. Блин, достали. Не, мы сегодня точно не затащим, потому что вот смотрите. Это вообще как? Подумайте вообще как. Вот, блин, да как? Они с подстволами играют. А самый прикол, одни рамбы. Не рамбы. Да уж. Ну никто вообще не тащит, никто не хочет тащить даже вообще. Я убиваю кого-то вроде. Да вот, блин, Люда, блин. Ты правда Люда? Вот. Вот что, это Людмила. Опа, граната. Кидаю гранату. Взорви там кого-то. Нет, никого не взорвало. Убил. 5 убийств. 12 раз меня убили. А, чел. А, ну блин. Ладно, не помогают мне что-то эти перчатки, эти элитные. Они как-то мне вообще ничего не дают. Вообще, от них помощи вообще ноль. Я лучше только так. О, убил. Меня взорвали, ну ладно, два килла, это круто.
Так, уже 91 у них, 93, охренеть, люди все тащат вообще. Вообще как так? Что, там все женщины мешают играть? Пошли вы нафиг, я уже как бы разыгрался, я как бы не мог играть. Ах ты тварь, ах ты тварь, конечно же. Никого не могу. Тащил еще АФКС, а здесь пришел. Неудобно даже как-то играть. Ну, мне. Нормально, какая-то. Чего их так много? Их вообще дофига очень. Как вообще играть? Понимаю! Ох, нифига, двоих, троих, блин, четверых. Ах ты, 103! Мы затащим, мы еще можем, мы еще можем. Вот, если мы поверим в нашу команду, нет, уже почти 120. Все, мы не можем затащить. Осторожно, граната! Все, 122 мы не затащим, вряд ли. Это надо или как-то тащить уже по-другому, или я не знаю, но вряд ли мне затащим. 125, ребята, вообще никак. Все. 27. Ноль, вообще ноль. Под вообще. Все, 130. Все, мы просто проиграли. Просто проиграли. Вот видишь, меня уже убили. 118, 119. Ну смысл, ну ребят, ну 150 сейчас будет уже все, это конец. Так, вот, одного убил, но и смысл, ребята, это вообще смысл какой здесь играть. Все, ну то есть, 10, я не сливаюсь, и меня не бомбит, ребят. Просто, ну, смысл здесь вообще дальше продолжать играть. Все, им 3 килла, все, им они выиграли. Все, 2 килла. Дайте хотя бы гранаты. Все, они уже нападают, так. Даже не стараюсь. Ёп. 1 килл, все, они выиграли. Это просто жопа. Все, на мне все закончилось, охренеть. Вот самый прикол-то какой. На мне все закончилось. Это правда какой-то. Меня. Я избранный, блядь. Это вообще. Охренеть. Не, ну прикольно, скинчик, кстати, ребят, этого штурмовика. Я бы советовал все-таки с ним поиграть. Да, я не получил награды. Ёб твою мать. Почему так мало мне дали этих долларов? 59 долларов. Это что вообще такое? Это вообще как? Почему всем дают по 158 долларов? Мне, блин, дали меньше всех, блин. Нет, кому-то еще меньше. 4, 5. Охренеть. Зашли люди, убили один, один килл сделали, 4 доллара. Охренеть. Я сделал 13 киллов, мне 59 долларов только. Охренеть у них, конечно, с математикой у этих варфейсовцев, но это неправильно. Минимум должны они уже за то, что я проиграл здесь, ну, хотя бы там, 159, например, бы дали. Ну, 59 это... Я даже не смогу ничего купить за то, что я там потратил. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.